20 сентября в Духовно-просветительском центре Алтайской митрополии состоится открытие выставки «Сибирское казачество на Алтае. Истоки и культурные традиции», приуроченной к празднованию 30-летия возрождения Барнаульской епархии. Русское казачество являлось надежной опорой Русской Православной Церкви в распространении православной веры и культуры на бескрайних сибирских территориях. На выставке будут представлены архивные фото- и видеоматериалы, инфографика и артефакты, посвященные самобытным казачьим традициям и культуре. Экспонаты для выставки предоставлены из фондов Музея православия на Алтае, Музея казачества на Алтае, из личных собраний исследователей, фонда имени Александра Невского. Также на выставке будут представлены картины барнаульского художника Ивана Торопова, который известен как казачий художник. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало мероприятия в 14:00. Адрес: проспект Ленина, дом 17, первый этаж. Сайт: altayskayamitropoliya.ru.